Гармонист из села Рудиное Каннского района прославился в интернете. Мужчина исполняет позитивные куплеты о коронавирусе вместе со свиньей. Просто посмотрите. В деревне нам нельзя болеть. Овечки, куры и цыплята. Коровку надо подоить и приготовить поросятам. С коронавирусом свинья поет со мною под гармошку. Шуточные куплеты в стиле программы «Играй гармонь» понравились пользователям, а кто-то даже узнал в гармонисте своего школьного учителя музыки Александра Яковлевича Юнгмана. Житель села поет о врачах, о Каннской больнице и о заболевших земляках. Мужчина решил поделиться творчеством, по примеру молодежи, которая выкладывает в сеть все подряд. Если вы уже влюбились в Александра, его гармонь и его поросят, каннский телеканал «Лимон ТВ» снял о гармонисте сюжет. Материал в программе «Здесь и сейчас» можно посмотреть в группе телекомпании ВКонтакте.